Всем привет, друзья! В этом выпуске я хочу поговорить о таких вещах. Вот на самом деле, если разобраться, без чего человек, в принципе, не может существовать. Мне кажется, это без общения, да, когда в таком карантине, без денег, на еду, то есть на существование какое-то обычное, мужское. Это, наверное, самое важное. Да, ну и какого-то, конечно, увлечения, чем чтобы он был всегда занят. Вот эти три вещи, в принципе, они крайне необходимы. Они, наверное, даже важнее там какой-то любви или какого-то избытка, какого-то успеха по пирамиде Маслоу. Мне кажется, вот самое важное, чтобы было общение, чтобы человек как-то общался, сконнектился, неважно, с интеллигенцией, с простыми косяками. Но это уже должно быть постоянный коннект. Также ему нужны деньги и также стремление. Вот эти три вещи, мне кажется, это самое важное для существования. А вы как считаете, ответьте на вопрос. Такая вот интересная идея родилась. Такая мысль. Если видео вам понравилось и сама рубрика прикольная, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.